Вот немного балуюсь. Приветствую всех, кто смотрит. Балуюсь, покрываю золотом 999 пробы. У меня тут брак такой на столе валялся. Думаю, дай-ка я его искупаю. Золотишки-то. Получилось. Брак у нее вот там на острие, видите, наверное, там неправильно маленько. Рука дрогнула, шевельнулась, и я тут и подпортил это дело. А тут вот, вот я хотел расписаться золотом, но у меня что-то все расплылось. Я когда купал, вот это вот осталось маленько. Ну-ка, видно, не видно. Нет, так вообще раз фокус полный. В общем, вот так вот. Да, приходится колымить. Делаю вот такие вот штуки из своей кованой 9HS. Да, конечно, удовольствия никакого в сравнении с изготовлением бритв. Вот тот самый свой Зебрано. Ой, какой Зебрано? Зерикот. Так вот. И к ним таким вот шкатулочки. Одна магниты ждет из корейской березы. А вот к этой второй шкатулке, сейчас покажу, она у меня сохнет на данный момент. Вот такая вот шкатулочка будет из американского ореха. Сечка серебром. Перышко такое вот как бы. Вот там внутри тоже вот две направляющих и два магнита. То есть направляющий вот по этим углам, а магнит вот по этим углам. Вот так вот колымлю. Пока на бритвы спроса нет, а надо как-то восстанавливать, чтобы это производство не закрылось, нужно ее поддерживать постоянно средствами, и поэтому я вот так вот умудряюсь. В общем-то, в принципе, особо рассказать на сегодня больше нечего. Ладно, что ж, пойду дальше заниматься. Мне там надо еще фрезер настроить, тисочки поменять, да и много чего еще тут наладить, надо приспособ много сделать. А так, руки, конечно, уже ждут, не дождутся, чтобы взяться за бритвы. Ладно, все. Коротенькое видео, только для подписчиков YouTube. И, наверное, еще максимум ВКонтакте вывешу, больше нигде. Все, всего доброго. До свидания.